Примерно в это же время в 909-м квартале прорвало трубу с горячей водой. Авария случилась во дворе 65-го дома по улице Планерной. Чинить водопровод приехали 6 сотрудников теплогаза. От горячего водоснабжения оказались отключены 24 многоквартирных жилых дома с населением 8360 человек. Также в зону отключения попала 40-я школа и 2 детских сада. Трубу латали до 7 вечера. Примерно в это время в домах вновь начала появляться горячая вода.